Хейоки, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Секира. О, как мне удало в уши. Так, давайте я хотя бы вспомню, где я. Кажется, если я не забываюсь, мы спустились в проклятое место немножко. Да? Кажется, да. Так, изучение навыков. Что у нас по навыкам? Навыки, навыки. Блин, я вот это хочу, с протезом связано. Классная вещица, походу. Блин, мне нужно 3 сюда, 3 сюда, 100 пудов. И 2 еще сюда. Блин, ну и по... Ну это такое, на самом деле. 50-50. Ладненько, давайте тогда собирать денежку на вот эту вот. Клик-клинок. Клик-клинок. Вот его будем получать сейчас, поэтому... переместиться. Где я вообще нахожусь? Замок. Заброшенное подземелье вот у нас. А что я здесь забыл? А что я тут забыл? Я к тебе, да, кажется, ходил? Купить предмет. А что я у тебя хотел купить? У него дрожжи продаются. Лекарство от яда. Бушинг. Вот мне маска нужна. Ладно. А, я вспомню. Если что, я, вот это, что вы видите сейчас на земле, это я рисинки заюзал. Это ту херь, которую я типа купил за дохера. Вот этот вот рис. Ну, такой на самом деле. Нормально. Он, главное, что пополняется. Так, переместиться. Так, долина. Так, в долину мы еще не пойдем. Мы идем в Сэмпо. А куда? Кажется, сюда. Нет. Подземелье нет. Куда мы тогда шли? Подождите, я вообще что-то не помню. Я помню, там эти черти были. Не, ворота это вообще мы уже все сделали здесь. Блин, давайте вспоминать. Точно не пески. Вот где-то здесь должно, поход быть. Рам Сэмпо. Тюгенда. Храм Сэмпо Гора Конга. Главный зал. Давайте в главный зал съездим. Я потому что помню, там были 3 чубрика, которые типа бессмертные. Вот это вот мне запомнилось, я типа оттуда свалил. Потому что там еще где-то монах сидел. Из-за на монах, кажется, да, мы не пошли или пошли, блядь. Я не помню. Ё-моё. Ладно, будем сейчас вспоминать. Давно просто не играл. Давно не играл. Давно мы не играли. Да, это оно. Это место. Осталось понять, где я. Осталось понять, где я. И что это было? Ну это бессмертные. Может, мне нужно... А, точно, привет. Дети, вот. Молодости. Простите меня, эта девочка, осталась только она, ей должно быть одиноко, она заперта в той комнате, одна денёшенька. Эй, кто ты такой? Что тебе надо в храме Сэмпо? Расспросите о святом человеке. Мне сказали, что тут обитает святой человек. Святой человек? Полагаю, это ты про дитя? Ее тут больше нет. Это моя вина.
Девочка заперта в святилище. Теперь увидеть ее невозможно. Понятно. А ты... Синоби? В таком случае... Я хочу попросить тебе об одном одолжении. Девочка хотела знать, за что ей такая судьба. Если вдруг увидишь ее, передай, пожалуйста, это. Это самое меньшее, что я могу сделать для искупления. Так, глава изъеды червями. Описание пути к просветлению. Уже целую вечность я благословляю червёв. Благословен червем. Быть бессмертным значит идти вечным путем к просветлению. Достигнув его, я смогу понять, почему не умираю. Говорят, что родина священного дракона находится на западе. Тогда как же так вышло, что благословен червем оказался я? Alright. Хорошо. Так, сейчас мы... Что такое? Жуль, в чем дело? Успокойся. Так, я вижу, там что-то лежит. И то, что там лежит, я хочу это забрать. Взять предмет. Божественная капля крови. Ага. Вот кошаки, будете сейчас с херней страдать, я вас выгоню. Извините, но я так поступлю. Так, мы, кажется, отсюда, да, пришли сюда? Я тогда вот так подошел и вижу, там в храме этот стоит. Да это место. Все. Потом мы пробежали. И чё, ну и что? Я боюсь к этому подбегать, ну ладно. Странный леденец. Так, не открывается с этой стороны. А что вы мне тогда предлагаете? Можно ли попасть как-то выше? Это вот загвоздочки. Куда вообще мне идти? По сути, везде уже все закрыто. Открывается с другой стороны. Как вы меня бесите? Начинает туда бегать туда-сюда, 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 кошаки ебучие. Ты тоже пойдешь туда? Так, еще что-то лежит. Кусок воска. Опа, еще что-то лежит. Зато такая дзидзо. Фигурка Будды обернута красной тканью. Взяв ее ладонью и помолившись, вы становитесь единицу воскрешения. Запеленная статуэтка дзидзо, выраженная родителями любви. Их обручающей тканью в надежде, что умерший младенец покоится с миром. Так, и, наверное, с той стороны тоже, да, что-то валяется? Чем тебе не нравится кровать? Как вы мне бесите, котики. Опа, зато у нас это открывается. Я понял, была плохая идея. Ну нахер. А можно дверь теперь закрыть?
Вот сука. Это была очень плохая идея открывать дверь. Ладно. Так, это я, кажется, где пробегал, да? Да, это ну. А внизу... Это у нас подземелье. И получается, я не знаю, куда мне идти. Так. Получается, что так. А теперь эти меня будут находить постоянно. Так, переместиться. Пф, а я... А что мне делать? А что? А что, у меня есть варианты, куда идти? У меня нету вариантов, куда идти. Погнали тогда в этот. Опустевшую долину. У нас вариантов не так уж много. Сейчас котик тоже хочет выйти. Вот они уходят, да? И они просто не понимают, то, что если они ушли уже надолго. Так, ладно. Поехали. Воу-воу-воу! А, я понял, это херово, да, сейчас все идет. Мне кажется, лучше здесь переждать. Ни хрена их там. Да, лучше, мне кажется, переждать. А куда я хотя бы иду? А то там что-то жестко. А можно не драться? Оп! О, я понял. А, я тебя очень хорошо понял. А можно убежать, спасибо. Ой-ой-ой-ой. Где? Кто меня заметил? Ни хрена вас радиус вижена. Господа. А куда мне бежать? Ни хрена вас там. Не, мне только пробежать надо. Ёлки-палки. Что? Что? Я ж нажал F. Пипец. Я смотрю, у них очень хорошее зрение, да? Когда я говорю очень, это значит очень.
Очень, значит, очень. Так. Магнитик. Угу. Там у нас ничего. Так. Что здесь у нас? Мне предлагают туда пойти. Что-то точно есть? Что я понимаю, это такая сейчас жопа. Локация. Блять. Там камни, которые взрываются. Я подумал, по мне огонь открыли. Оказывается, нет, тут такие камешки. Классные. Так, у меня 3 хилки осталось. Ладно, что делаем? Что делаем? Что по деньгам? А деньги ни туда, ни сюда. Кто ходит? Я очень отчетливо слышу шаги. Ага, я и туда могу так по-тихому. Так, леденец. Ой, блядь. Что ты сделал? Что ты сделал? Почему ты не... Ой, блядь. Все, я понял. Просто стрим, я не хочу урон получать. Я не хочу умирать, во-первых. Но он теперь знает то, что я здесь. Я знаю, что там еще есть один. Оу, денежка. Пошел на свою голову. Пошел на свою голову за предметом. Откуда я знал, какие... Откуда... Теперь все ясно. Я думаю, а что взрывается и почему? Вот, где стена, то взрывается, я понял. О. Сейчас мы здесь апнемся. Так, магнитик.
А смысл мне за ветку цепляться? Ну, понятное дело, что у нас здесь уже все под... Мы это уже все повзрывали, я хотел сказать, я... То можно не бояться идти. А почему меня тут не заметил? Чем это отличается от вот этого? Так, окей. Ага, я еще там наверх куда-то мог залезть, стоять. Тогда стопэ. Все, если куда-то можно залазить, я все буду лазить и смотреть. Так, еще леденец. Леденцы это... Предмет хороший. Вот я не понял, почему меня вот этот не замечал. Ой. Ой. А вот это вот... Я тогда еле справился с тем. Как вот ты меня видишь? Я ведь спрятался. Иди сюда. Я убью, короче, твоего друга. Потом приду за тобой. Я понял. Держу в курсе, ребят. С разбега побежал, убил уже. Стелс. На, стелс. Изи стелс. Изи стелс, как нифиг делать. Да. Как я так просрался? А, у меня три фляги, ладно. Главное, чтобы тех типа мини-боссов не было, потому что я мини-босса бы не убил. Я этих еле убиваю. А там еще мини-босс. Ну, старухи, то ладно, они то светильником посветили там немножко. Они как-то замечают меня, хотя у меня скрытность настолько прокачана. Жопа. Как они меня вообще услышали? Давай иди отсюда. Я сказал, иди давай. Давай. Хорош. О. Так, теперь делаем вот такой вот. Вот, так вот. Так, итого у нас... О, желтый порох, плюс левел ап. Плюс дрожжи, плюс деньги, плюс деньги, плюс мешочки. Ух. Ух, я разбогател. Сколько у нас денег? Много денег.
Так, осталось. Здравствуйте. А я вижу, у вас тут все хорошо, да? Вы в порядке? Хорошо живете? Так, отдохнуть. Или давайте переместимся. Важные места. Разрушенный храм. Классно, классно. Вот уже серия подходит к концу. А мы с вами так много прошли в этой локации. Классно, заснеженной. Веселуха, я даже не думал, что там ловушки будут такие взрывные. Так я бегу, я думаю, нихера себе не стреляют косо. Так у них даже вижен очень большой. Вот я хер знает, где нахожусь, а он мне... Опа, я тебя вижу. Давай, давай, купить предметы. Что у тебя есть? Я боюсь за то, чтобы мешочки купить. Чтобы купить мешочки. Да, давайте купим два мешочка. Два мешочка. Я еще хочу купить. Но он не хочет мне продавать мешочек. Я хочу мешочек. Хотя давайте я еще куплю это. Что там у него есть? Купить предмет. Дрожжи купить. Успокаивающее средство. Это давайте. Предмет, так, в хранилище при перемещенном максимум количества. Хорошо. На самом деле, лучше эти дрожжи покупать, дрожжи. Мне кажется, они лучше дадут. Так, переместиться, изучить навык. Стоит сюда идти или нет? Нахер надо, да? Ладно, да, нахер надо. Пойдем так. Так, перемещаемся. Переместиться. Так, крепость. О, бляха, муха, жестко, жестко, жестко. Я хочу научиться плавать. А научиться плавать это не скоро будет. Ну, я хочу научиться плавать. Говорите мне туда, дайте. Что место какое-то гиблое очень. Точно крепость? Чё? Воу-воу-воу. Я понял, 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 ты жесткий. Ты жесткий, я понял. Да-да-да-да-да. Жесткое животное. Короче, я просто нажимаю. Ой, тихо, тихо. Давай. Давай, давай. Давай, давай. Ух. Короче, я науч... Ну, считайте, твои... халявные бусинки, халявный босс. Короче, я научился блокировать. Конечно, не все атаки, но прямые. Короче, я просто... клацаю правую кнопку и все. Типа не...
не ловлю, да, момент, а просто клацаю, да, и все, это тоже считается. Как вы только что заметили. Поэтому все нормально. Так, так и сойдет. Большой веер из окраины листьев. Японский оралий. Так, можно установиться в протессе Ноби. Взмахи веера создают вихрь, божественное похищение. Попасть в этот вихрь в первый раз не страшно, но из второго не возвращается никто. Если столкнешься с таким направляющим в так время Сэмпо, чтобы в горе Конга, там так свершается дело добродетели. Окей, у нас предмет. Походу я могу открыть. Да. Круто. Чё, давайте тогда, я думаю, сохранимся. Все классно сделали. Убили босса. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ребят. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.